Вот и высра. Новая серия компетировалась от ванного аниматора. В этом разборе я вам покажу детали, которые вы точно не могли заметить в новой серии компетировалась. Также я озвучу его. Но перед тем я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, там выходит спойлер ко всем проблемам фан-мэдам с кибердитуэт. И все, я общаюсь с вами. Также поставьте лайк, это очень сильно поможет в продвижении данного видеоролика. Также не забывай подписываться, чтобы не пропускать новые крутые разборы по всяким фан-мэдам с кибердитуэт. Ну и не будем медлить. Начинаем. Эпизод начинается с базы Альянса. Мы видим представителей нескольких рас. Именно компьютерменов, камераменов и ТВ-мена. ТВ-мен подходит пульт управления. После чего нажимает на кнопку. И начинает смотреть на оператора. А оператор в свою очередь переключается на телевизор. Происходит подключение, после чего мы замечаем Титана Спикермена. А именно зараженного Титана Спикермена. Он убивает нескольких агентов, после чего замечает оператора. Уже хочет его убить, но тут происходит взрыв. Оператор тоже хочет посмотреть, что там произошло. И тут появляется Титан Камерамен. Со своей новой научной пушкой, которую он получил в прошлом эпизоде. После чего появляется Титан Компьютермен. Но появляется он со звуком аса скибидистов. Сами послушайте. Может и это что-то значит или нет. Возможно, компьютермены как-то связаны с аса скибидистами. Маловероятно. И вовсе Титан Компьютермен это главный аса скибидист? Нет. Скорее всего, просто не слышит нормального звука. Либо за технологии компьютерменов очень схожи с ацоскептистами. Ну ладно, давайте вернемся к эпизоду. Титан Спикермен очень рад видеть своих старых друзей. Титан Спикермен подлетает и стреляет. Но у Титана Компьютермена есть щит. Прямо как у маленьких агентов. Титан Компьютермен убирает свой щит. После чего ловит один из снарядов Титана Спикермена. Заряжает свои энергии, после чего отправляет спикера. От такого снаряда Титан Спикермен отлетает. Титан Компьютермен хочет найти на Титана Спикермена. Но у него это не получается сделать, потому что у него не улучшенный джетпак. Титан Спикермен хочет просветить Титана Компьютермена, но его уже нету. А появляется он за спиной спикера. Получается, пузырь Титана Камерамен был всего лишь отвлекаясь и маневр. Титан Компьютермен бьет спикера своим мечом. После чего на него налетает Титан Камерамен. А пока спикер отлетел, он может вытащить паразита. Подумал Титан Компьютермен и залез ему в шею. Титан Компьютермен почти вытащил паразита, но тут атакует Зитуарет. Он, как всегда, пришел не один, а с двумя вертолетами скибидистами. Титану Компьютермену это не нравится, и он налетает на Зитуарета. После этого происходит гигантский взрыв, и от этого оператор умирает. За этим всем наблюдают наши агенты. Один из камераменов даже прикрыл свою камеру от удивления. И тут Компьютермен говорит. У них нет шансов. На этом эпизод заканчивается. Очевидно, что битва титанов еще не закончилась, она только началась. И в 6-м эпизоде будет продолжение их битвы. Ну у меня на этом все. Всем пока. 1, 2, 3.